Сериал «Мажор» сделал исполнителей главных ролей Павла Прилучного и Карину Разумовскую всероссийскими звездами. Если о личной жизни ключевого актера ленты известно многое, то о его коллеге пресса пишет куда реже, а все из-за того, что Разумовская почти не дает поводов для сплетен. Впрочем, назвать личную жизнь актрисы безоблачной тоже нельзя. Отношения с Егором Бурдиным, нынешним мужем Карины, у нее начались еще в школе, но эта юношеская любовь скоро сошла на нет, и из-за постоянных ссор Разумовская поступила в театральный вуз, и ее пути с Егором разошлись. Однако через некоторое время Разумовская снова сошлась с Бурдиным. Сейчас Карина живет с Егором уже больше 10 лет, они воспитывают сына Платона, который родился в 2019 году. Актриса часто делится семейными фото в своих соцсетях. Поклонники отмечают, что Бурдин далеко не красавец и не мажор, и их смущает его пышная борода, лысина и суровый вид.